Новогодний гость. 11:37 в Нижнем Новгороде. Вы слушаете НН-радио. Всем доброго дня, кто настроен на волну нашего Нижегородского. Продолжается у нас здесь предновогодний марафон гостей в Доме радио на Большой Печерской, 33. Это значит, что нет никаких поводов покидать нашу видеотрансляцию, которая на сайте nnradio.info у нас работает. И прямо сейчас гость, скажу честно, которого мы ждали, редакции, гость, которого наверняка ждали и многие наши радиослушатели. Один из самых известных и популярных, наверное, людей все-таки в городе, скажем так, глава самого крупного, благоустроенного района Нижнего Новгорода, Владимир Солдатенков. Владимир Иванович, доброго вам дня. Добрый день. Рады видеть вас. У нас такое подведение итогов здесь приходит. И ваши коллеги, тоже главы других районов. И все рассказывают, что вот за минувшие 365 дней там наша административная единица достигла того-то. Что можно сказать про автозавод? Ну, что самое главное, наверное, то, что мы по-прежнему самые крупные в Нижнем Новгороде. Самое главное, что мы едины, всегда нацелены на победу, и по-прежнему действует наш лозунг «Нас не догонишь». Я говорю про автозаводцев. И это самое главное, потому что вообще, я так понимаю, что своя атмосфера, да, всегда и празднований, и в принципе... Да, безусловно, ведь вопрос, блин, историю автозаводского района всегда писал Горьковский автомобильный завод. Те традиции, которые были многолетние, десятилетние, они сохранились, самое главное, и приумножаются на территории района. Хоть мы самые большие, но мы до безобразия друг друга знаем достаточно хорошо, как в большой, хорошей деревне. Но поэтому я... что-то скрыть, лукавить, обманывать или еще что-то не приходится. Поэтому мы всегда друг друга на виду и стараемся делать хорошие дела все вместе. Самые важные, самые яркие достижения, которые автозавод в этом минувшем уже, наверное, 2015 году сделал? Сделал. Я по-прежнему хочу сказать, что автозавод больше всего рожает малышей. Мам автозаводские. Не потому, что мы самые большие, а на 1000 человек больше. Ну и вот очень приятно, что в этом году закончилась двухлетняя реконструкция 7-го роддома. Он вообще-то работает не только на город Нижний Новгород, но на всю Нижегородскую область. Великолепные условия для мам рожать детишек. Ну и в этом году мы открыли 2 больших новых детских садика. Немножко затянулся 3-й, но с переходом на следующий год сдадим фактически тему 3-леток. Старше 3 лет детей по посещаемости в детские дошкольные учреждения мы сняли. Сегодня у нас нет очередей. Поэтому в преддверии Нового года побывал в обоих детских садиках. Настроение великолепное, потому что пообщавшись с родителями, с этими малышами, хочется жить и радоваться. Владимир Иванович, не могу не спросить. Автозавод постоянно, мне это складывается такое ощущение, что из года в год признается самым благоустроенным районом Нижнего Новгорода. Наверное, я вас поправлю. Не самым благоустроенным, наверное, самым чистым. То есть не хочу сказать, что мы помешаны на чистоте, но это наш конек, будем говорить чисто. Не случайно я всегда порой привожу того или иного руководителя города, показываю ту или иную территорию, говорю, посмотрите. Здесь чисто, нет ни одной бумажки, но в то же время нет ни крошки асфальта. Поэтому, вот когда мы говорим благоустройство, чистота — это и разные вещи. Поэтому вопрос, это опять, когда говорим о чистоте, порядках, это тоже управленческие решения, вкупе со всеми хозяйствующими субъектами, которые на территории автозаводского района. Например, самая большая концентрация дворников у нас на территории автозаводского района. И видели вы в другом районе сумасшедшего, в кавычках говорю, значит, руководителя ДУКа, который бы каждую субботу, независимо, зима, лето, дождь или снег, лично объезжает территорию подведомственных жилых домов, и в этот момент мы видим, значит, в субботу, наверное, мы видим, что это в субботний день, такое количество дворников. То есть, это как, главное, как и пример. Чтобы лично смотреть, да? То как есть, лично смотреть, автомобиля. общаться. Я, например, в машине не могу сидеть на заднем сиденье, мне обязательно лобового стекла, и стараюсь как можно больше пешком ходить по территории района. Своими глазами все лучше увидишь. А вот ваши коллеги, не знаю, по соседним районам перенимают ваш опыт, или все-таки как-то вы остаетесь таким особняком? Да нет, конечно, ведь в решении чистоты и порядка на территории Нижнего Новгорода — это общая задача, консолидированность, мы друг друга знакомимся, обменимся вещами. Поэтому в эти вопросы мы будем говорить, есть один большой красивый город, который называется Нижний Новгород. И каждая частичка должна вносить свою лепту, чтобы весь город был хороший и красивый. Тем более мы сегодня говорим в преддверии значимых событий, это и большого футбола, и юбилея Нижнего Новгорода. Владимир Ильич, как Новый год на автозавод приходит? Какие, не знаю, праздничные мероприятия, украшения? Вы знаете, Новый год, когда говорим про Новый год, ведь самое главное не 31 число, когда мы, говорится, к ложке с салатом сядем, а правильно, самое главное то, что вот передать, что чувствуют дети. Это приближение Нового года. Я всегда говорю, давайте автозаводцы, чтобы у нас пахло Новым годом, уже в первых числах
декабря. Это происходит. Поэтому включаются все жители в подготовку года. Вот, например, в этом году у нас были очень интересные креативные поздравления. Жители поздравляли сами себя. То ли это можно оформить заборы, на заборе навесить игрушек, написать, что любит автозаводцев, нижегородцев. Стандартную елку сделать. И вот, кстати говоря, завтра в 17 часов я хочу пригласить всех автозаводцев в парке Автозаводском. Мы открываем новогодний комплекс Автозаводский с участием наших депутатов. К нам присоединяется партия «Единая Россия». Значит, детки, жители, те, кто участвовали в конкурсе, предприниматели, которые старательно украшали свои объекты, жители, которые украшали свои дворовые территории. Я всегда говорю, есть много чего. Есть бумаги, есть те же самые фантики, но если нет елки, есть дерево, которое можно украсить. В этом году у нас только самый дешевый материал подвел – снег. Это точно. Снег. Но, может быть, и к лучшему, что убирать не надо лишнего. Вы хотите сказать, что... Значит, вот Андрей Витальевич Жижин сидел, по бюджету просто. И погода нет, но в последние дни снега надо. Поэтому что сейчас мы проиграем по сравнению с предыдущими годами, у нас, к сожалению, мало снежных фигур, хотя мы заменили их другими рукотворными. Интересно прийти в Автозаводском парке посмотреть. Ну и, безусловно, все дети, это дошкольники, школьники, родители, столько всего подготовили, просто в парк опять будем, интересно, креативные елки. Ведь можно чем угодно нарядить, то башмаками нарядят, то дисками, то мышками, непростыми мышками от компьютера. Где две сотни компьютерных мышек взять, которые есть, которых выбрасывают же. Поэтому у нас фантазии очень большие, и мы приучили к этим фантазиям, или, как сейчас модно говорить, креативу. А Владимир Иванович, а у вас-то елка дома тоже креативная? Конечно, конечно. Меня елку купил лет 8 назад. Креатив ее заключается в том, что она вместе с игрушками, лампочками убирается в одну коробку. То есть заранее все готово уже, да? Коробку вскрыл, поставил, включил в розетку, и она блистает. Поэтому это тоже креатив. Ну, конечно, добавляем много задумок вместе с женой, потому что у нас две внучки и внук. Их приход тоже означает наступление Нового года. Конечно, безусловно. Потому что самое главное – это верить в Деда Мороза, верить в чудеса, что мы стараемся делать. Владимир Иванович, вы говорили о том, что предприниматели автозавода тоже охотно идут на украшение родного района. Вообще, как у вас с ними диалог происходит? Вы их собираете и говорите, ребят, надо украсить? Или они сами уже как-то не дожидаются? Нет, мы проводим свои конкурсы. Сначала собираем и говорим, где можно приобрести какие-то, значит, иллюминацию подешевле, побольше, рассказать. Поэтому у нас партнерские связи с поставщиками, чтобы минимальные были траты, в то же время, чтобы каждая, значит, территория, каждая улица что-то заиграла. Одинаково там по миганию, или одинаково по свету, или одинаково по звездам. То есть это как-то скоординировать. Да, как-то скоординировать, и получается хорошо. И они потом сами, говорят, с этим действием наслаждаются. У нас очень активные предприниматели, не просто предприниматели, они серьезную помощь оказывают людям, показавшимся в сложной жизненной ситуации. Например, купили пандус. Значит, для одного инвалида, мальчишка, которого длительное время не может выехать на улицу. В этом году сходили в детский садик 7-й. Детский садик необычный, 7-й, там все детишки, 200 человек, ходят в очках. Да. Поэтому они сделали подарок для этого детского садика, где все детишки ходят в очках. В прошлом году они активно сходили в детский садик, которых занимаются детишки с ДЦП, подарили уникальный компенсирующий костюм. То есть вопрос, сами купили, сами пришли, сами подарили. То есть, сами и сами порадовались вместе с детишками, то какую радость они им оказали. Я напоминаю, для всех наших радиослушателей, глава автозавода в гостях у нас здесь на НН Радио, Владимир Солдатенко. Владимир Иванович, если вкратце, 2016 год наступающий для автозавода каким будет? Потому что у городской администрации не скрывает, что будет трудновато, где-то вот придется поужаться, где-то денег, может быть, чуточку не хватит. Напряженный год. Но если говорить каждый раз напряженно, ну, хочу одно сказать фразу. Все мы выходцы с Горьковского автомобильного завода, когда проблема была с кадрами людскими, у нас так называемые временные рабочие были, говорили, дурак с людьми сработает. Кризис был, когда не хватало денег закупать комплектующие. Опять говорили, дурак с деньгами работает. Поэтому каждый из руководителей доказывает, что он не дурак, находит какие-то решения нестандартные. Может, во внешнем облике каких-то резких проявлений в плюс не будет, но то, что мы будем собраны, что мы будем качественно работать, это самое главное. И в этом ситуации хочу сказать, чтобы качественно желаемо работать наш любимый автомобильный завод
тем более с новой интереснейшей линейкой продукции, которая востребована, очень востребована, но, к сожалению, не покупается в силу дефицита средств большого количества потребителей. Это замкнутый круг получается. У нее очень хорошая линейка автомобилей, но не буду хвалить, лучше посмотреть в интернете про Горьковский автомобильный завод. То, что хорошо работает, качественный продукт поставляет, это самое. Поскольку нет ни одного человека на автозаводе, с которым не был связан с любимым автомобильным заводом. Владимир Иванович, вы не с пустыми руками пришли в студию НН-радио с подарками для наших радиослушателей. Да, с подарком. У вас тут интересно. Какой же русский не любит русской бани? Отлично. Поэтому наш подарок – это банный набор. Друзья, посмотрите, да. NNradio.info, кто сейчас увидел трансляцию. Кому-то ведь из вас достанется такой замечательный подарок от Владимира Ивановича. Это наша русская традиция – ходить на Новый год в баню. Вы-то пойдете? Понятно, что пойду. Я самое... Вот, возьмете набор, сходите в баню, быть может, там встретите главу автозавода. Буквально есть у нас пара минут для того, чтобы вы, Владимир Иванович, могли поздравить всех наших радиослушателей с наступающим Новым годом. Пожалуйста. Дорогие нижегородцы, дорогие автозаводцы, через три дня наступает праздник, великолепный праздник Новый год. Мы, наверное, как все дети, ждем с нетерпением наступающего Нового года. И самое главное, мы верим, что все эти чудеса исполнятся, все задумки получатся. Поэтому, говорю, правильно, нужно верить, класть записочки под подушку, куда угодно, писать все свои желания, но еще при этом помнить, что мы сами творцы своих желаний. У нас все получится. Спасибо большое, Владимир Иванович. Процветание вашему району. И ждем вас уже в гости в будущем спасибо, году. Спасибо, спасибо. Оставайтесь на волне НН-радио. Далее у нас немного музыки, после чего информация с дорог города. Ну, а те вопросы, которые вы прислали к нам на Вайбер, мы передадим обязательно прямо сейчас Владимиру Ивановичу.